закончить стройку на полгода раньше срока. Это «Большие вести» жителями Москвы и Московской области. Увидимся через несколько секунд. Добрый вечер. В эфире «Вести Мурман». В студии Алексей Котович. Смотрите в этом выпуске. О годе уходящем. Чем запомнился он северянам и что изменилось в регионе? Наблюдать за животными помогают фотоловушки. Кого в Лапландском заповеднике называют звездами лесного кино? И новогодние каникулы – повод больше времени проводить на открытом воздухе. К услугам мурманчан – трассы и каток «Долина уюта». Сегодня, ощущая приближение Нового года и готовясь к празднику, каждый вспоминает, чем запомнился год уходящий. Артем Дашевский обобщил в одном сюжете самые заметные события 2017-го в масштабах региона.